Здравствуйте, дорогие мои маленькие друзья, мальчики и девочки. Мы отправляемся вновь в волшебный мир сказки. Садитесь поудобнее и берите с собой свои игрушки. Сказка «Веснушки», автор Владимир Степанов. Надоели Кате веснушки. И правда, чего в них хорошего? Только ребята дразнятся. «Пойду-ка я их кому-нибудь подарю», – решила Катя. Вышла она во двор, а во дворе одни куры копошатся. Подошла к ним Катя и говорит: «Куры, а куры, возьмите мои веснушки. Они мне не нужны, а вам, может быть, пригодятся». «Куда, куда, куда они нам?» – закудахтали куры. «Над нами же все соседки будут смеяться. Нам не веснушки, нам зернышки нужны», – завернула Катя за угол дома. Выбежал ей навстречу рыжий щенок. Остановила его Катя и говорит: «Щенок, а щенок, возьми мои веснушки. Они мне не нужны, а тебе, может быть, пригодятся». «Да ты что, Катя!» – вильнул хвостом щенок. «Я и так весь рыжий, на мне их никто ведь не заметит. Мне не веснушки, мне косточка нужна». Пошла Катя дальше. Смотрит, у забора черная кошка греется. Подошла к ней Катя и говорит: «Кошка, окошко, возьми мои веснушки. Мне они не нужны, а тебе, может быть, пригодятся. Я же вся черная. Я, если твои веснушки возьму, мои котята меня не узнают. Мне не веснушки, мне сливочки нужны». Пошла Катя дальше к дереву. Сидят на ветвях птицы, песенки поют. Говорит им Катя: «Птицы, а птицы, возьмите мои веснушки. Мне они не нужны, а вам, может быть, пригодятся». «Да ты что, Катя!» – потренькали птицы. «Зачем же нам они? Где же ты видела птиц с веснушками? Нам не веснушки, нам песенки нужны». Обошла Катя весь двор и вернулась домой расстроенная. Решила на веснушки свои еще раз посмотреть. Подошла к зеркалу и ахнула. Ни одной веснушки на лице не осталось. Не поверила Катя ни своим глазам, ни зеркалу. Побежала к маме. Рассказала ей об этом, а мама ей говорит: «Это солнышко твои веснушки забрало, а вместо них коричневый загар тебе подарило». Обрадовалась Катя, выбежала во двор, улыбнулась солнышку, насыпала курам зерна, дала щенку косточку, налила кошке молочных сливок, а птицам песенку спела. Песенку про веснушки. Вот такая сказка про веснушки и про солнышко, дорогие друзья. Поэтому, если у вас есть веснушки, не печальтесь об этом, а радуйтесь солнышком и своим прекрасным веснушкам на лице. Скоро мы с вами вновь отправимся в волшебный мир сказки. Всего доброго и до новых встреч!